обязательно, не забываем. Тогда, когда заходим на сайт, если ты поддержишь меня, буду тебе благодарен. Промокод DENERS, который дает 40% пополнения. Например, закинули вы там 2000 рублей, 2800, да, получили, то есть 800 рублей на халяву. Закинули 500 рублей, 700 рублей получили, то есть 200 рублей на халяву. А, закинули там, например, 5000, да, а, так, это 50 какие, 5000, вы... Как бы нет, можете, конечно, и 50 закинуть. Получите 70 тысяч, то есть 20 тысяч на халяву. А так закинули пятачочек, получили плюс 2 тысячи на халяву. Это, ну, реально крутой бонус, который сам я лично всегда использую. Поэтому погнали к видосу. Всем салют, дорогие друзья, с вами как всегда DENERS. Мы сегодня с вами, как всегда, на MyCSGO. У нас сегодня на балике будет 13 тысяч. Мы сегодня с вами пощупаем сайт, пооткроем разные кейсики. Всеми нами любимые Алын, Манин кейсы мы также затронем, потому что там падает постоянно хороший дроп. Если самое главное, используйте одну фишку. А какую фишку, я сейчас тебе покажу. Погнали. Итак, залетели. Вот такие кейсики перед нами сегодня. И мы сегодня с вами подкрываем все возможные разные кейсы. Ну, смотрите, прикольный бонус, то, что вы получаете в плюс, да, 40%, вы сразу можете на халяву крутануть какие-нибудь прикольные кейсы. Например, вот у вас на халяву получили 1000 рублей, да? Это насколько пополнили? Пошли, подкрывали два кейсика, поиспытали свою удачу. Ну, не выпало ничего, тогда не выпадет, что сказать-то, лайки. Но я покручу сегодня вот эти кейсы хочу, Алын Юспы. Что-нибудь сейчас, наверное, 2-3 Юспа постараюсь выбить. Надеюсь, что у меня сейчас даст их. И будет прикольно. Будет прикольно, потому что здесь Юспы часто дропаются. И тут хороший может дроп упасть. Как и 2 юспа, как и 1 юсп. Вот есть первый юсп. Давайте мы сразу его продадим. Сейчас пока что пофармим с вами чуть-чуть. Балик! И нам выпало 2 юспа одновременно. 2 юспа одновременно выпало. Ребята, как я вам только что хотел сказать. Блин, данный кейс просто пушечка. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Так, окей. Давайте мы с вами тогда... Пока что их с вами оставим. Пока что с вами оставим. Конечно же, у меня прям триггерит. Я очень сильно хочу открыть один раз М. Что я сейчас и сделаю? Быстро открою. Выпадет, будет идеально. Не выпадет, как сейчас, будет не идеально. Я еще одну открою, потому что у меня выпало 2 юспа. Есть! Я хотел сказать, выпало 2 юспа, и если она не выпадет, я ее продам. Но она выпала. Я не знаю, вот эти Алын кейсы, это просто что-то с чем-то. Ну, серьезно, это просто вау, не кейсы. Так, окей, давайте подкрываем. Сюда больше не затрагиваем, почему? Нам выпало, все, хватит, потому что можем сейчас заиграться, напродавать еще что-либо и проиграть. Блин, только что был биткоин намного дешевле, он прям на глазах подорожал. Вы что? Только что. Ну, это же биткоин, 4,5 теперь стоит. Ладно, хотел его пооткрывать, когда он был дешево, но раз он теперь столько стоит, пойдем какие-нибудь другие кейсики с вами пооткрываем. Потому что баланс у нас столько не позволяет. Давай сахара пооткроем, давай три, блин, не три, давай два. Два сахара откроем, что-нибудь попробуем отсюда вытащить. И нам падает сланец, лунная ночь, эйюмп. 300 рублей. Нет, продадим. Кстати, бонусы за открытие дается. У нас скоро совсем будет 3000 бонусов уже. И это круто. И это круто. Будем открывать с вами бонусные кейсы на халяву, так сказать. Вот, вот это хороший дроп. 1100. Вот это хороший дроп. Но не настолько хорош, насколько я хочу. Там удар молнии мог бы выпасть. Конечно, было бы круто. Так, тег 9. Удаленный доступ. Но ночь, эко... Так, еще разочек. Прощальный оскал упал. Давай последний раз откроем и уйдем. До 4К. Давай, и уйдем. Сегодня сахар нам не хочет. Давайте зато Алын кейсы. Так, я хочу попробовать. Знаете, какие кейсы? Это майнинг кейсы. Вот такие вот кейсы. Тут в чем прикол? На азимов заходишь, да? Нам дается 5 пушек азимов. И идет у нас ширпотреб в размере 7 штук. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, и 5 азимов. Смотрите, 10 открытий стоит 123 рубля. То есть когда мы 10 раз открываем с вами, то крутится 10 кейсов одновременно.
и есть большой шанс, то, что выпадет какая-то хорошая пушка. Ну, конечно, может быть и ничего выпасть, как, блин, сейчас. Ничего не выпало. А, просто надо несколько раз пооткрывать его, и что-то, да, что-то вы выбьете 100%. То есть это два раза мы открыли, уже третий раз открываем. Пока что ничего не падает. Четвертый раз открываем, тоже ничего не упало. Бывает такое. Бывает, что на первый раз сразу там азимов калаш упадет. Либо там тот же сам P250 упадет. Это уже в плюс все равно. Вот уже сколько мы с вами 6 раз открыли. Вот про что я вам хотел сказать. Мы с вами 6 раз открыли. И упала М-ка за 5900. То есть, ну, почти за 6000 рублей. Открыли мы 6 раз. То есть потратили с вами 800 там, ну, 700 рублей, да? Погодите, если точно быть. 5 раз. Погоди. Мы с вами открыли 5 раз. Это 6, 16, 12. 720 рублей, короче, 730 там рублей, короче, потратили. И выбили М-ку за 6000 рублей. Ну, я думаю, сейчас какой-нибудь выпадет там, не знаю, там, азимов там P250 или азимов калаш выпадет. Ну, то, что М-ку упало за 6... Нет. Это что-то такое. Это что такое у меня сейчас выпало? Блять, куда я захожу в контракты? Подождите. Доступно для продажи. Вот это вот... мне нужно продать. Это что такое выпало вот это вот? Смотрите, сколько она стоит. Вы это видите? Фу. Ну, я даже не знаю, что сказать. Я даже не знаю, что сказать, реально. Охренеть. Вот это я залетел сюда. Блин, а погнали-ка еще раз. Может быть, погоди. Может быть, сейчас прям жестко он дает. Погнали-ка еще раз, быстро сейчас откроем. Я вам просто что-то объяснял, говорил. Фигак, а ВПшечка упала. Так, P250 упал. Но мы его продадим. Потому что он не сильно дорого стоит. Давай мне еще один авик, что ли, не? Блин. Просто вау. Так, погнали, другие кейсы под кран. Так, P250 еще, кстати, наконец упал нам. Только говорю, погнали. Он говорит, не-не-не, погоди, Денерс. Давай ты чуть-чуть подождешь. Не, это что-то с чем-то было. Давай данный кейс откроем сейчас за 380 этот. Вау. Это было круто. Это было круто, реально. Такого я точно не ожидал. Лапки. Кстати, лапки заметили, как в CS2 сейчас вообще по-другому выглядят? Ну, если разницу сравнить с CS GO. Так, пока что тут нам ничего не падает. Я хочу сейчас... В конце вам показать кое-какой кейсик. Начнем кошмар, кстати. Хорошая эмочка. Давайте тоже с вами ее оставим. Хорошая эмочка. Так, это пока продаем. Это тоже продаем. Смотрите. Я хочу рискнуть вот эти перчатки открыть. Перчаточный кейс. Если здесь что-то нам падает, может быть реально в маленьких кейсах что-то сейчас прям жестко падает. Просто попробуем. Погнали. Медленно откроем. Блин, если сейчас перчи выпадут, блин, просто будет охренеть. Блин, нам и так тут азимов офигенно дал. Так, перчаток нету. Нету. Так, сколько раз я могу раз? Еще раз 5 могу открыть. Так, окей. Так, еще могу открыть я? Нет, не могу. Ну, зато я могу азимов, да, тут открыть. 5 раз минимум могу открыть. Давайте сейчас с вами пооткрываем его. Так, вот так вот, чук. Блин, я думал, что 2 ВПшки упадут. Я думал, что? Так, последний разочек. Все, армейский блеск нам падает. Ну что, погнали, посмотрим, что нам выпало доступно для продажи. Вот такие вот скины мы сегодня с вами выбили. Просто жесть. На какую сумму? Будем смотреть. Давайте попробуем угадать. 31, бам. 48. Ну, как-то вот такое вот открытие получилось. Промокод Денерс можете использовать. Я просто в шоке. Все, давайте, ребят. До новых видео. Всем пока-пока. Вау, просто круто.